Всем привет из солнечной, морозной Анапы. С вами Максим Грушко, канал «Анапчане». Сегодня 16 февраля 2021 года, вторая половина дня, четвертый час. Мы с вами находимся в районе Малой Бухты. Приглашаю сегодня прогуляться в сторону пляжа «Высокий берег» в Малой Бухте. Полюбуемся морозным видом на пляже, посмотрим на морской простор, посмотрим на обледенение и сосульки на высоком берегу. Ну, прогуляемся, посмотрим в общем и целом, что из себя представляет Анапа в мороз. Так что, друзья, пожалуйста, поставьте лайки. Кто впервые на канале, подписывайтесь, будете всегда на связи с вашей любимой Анапой, с вашим любимым Черным морем. И мы идем гулять. Мы сейчас идем по улице Ивана Голубца. У нас пансионат «Высокий берег». И подходим к пересечению улицы Ивана Голубца с проспектом Революции. Зимой в Анапе. Хэштег, кстати, «Зимой в Анапе» набирает популярность в массах. На днях в одной из школ Анапы прошла акция по вывешиванию новых скворечников, на которых написан этот хэштег «Зимой в Анапе». И я обычно о таких новостях не рассказываю, потому что таких новостей, в принципе, достаточно много, о которых можно либо рассказать, либо не рассказать. Но меня привлекло в этой новости еще кое-что. Эта новость освещалась муниципальной телерадиокомпанией. И ведущая в студии перед началом репортажа, она сказала: вот, вывезли новые скворечники. Обратите внимание, да, на слово «скворечники». Она именно так его произнесла. И все интервьюируемые в этом обзоре говорили не «скворечники», а «скворечники». Я думаю, знающие люди уже поняли, чем меня так эта новость заинтересовала. Да? Именно вариативностью произношения слова «скворечники», «скворечники». Сейчас в Анапе минус 3 градуса. Прошлой ночью было минус 6. Следующей ночью ожидается до минус 7, минус 8. Плюс ко всему мы прибавляем ветер северный со скоростью 10 метров в секунду порядка, но там в порывах до 15 метров в секунду. И получаем с вами весьма-весьма некомфортные прогулочные условия. Ну и плюс ко всему у нас еще идет какая-то пурга снова. Итак, спускаемся на пляж «Высокий берег» в Малой Бухте. Напротив здесь у нас один из корпусов санатория «Русь», а тот корпус в виде парусов – это самый большой корпус санатория «Малая Бухта». Ну что, посмотрим, если сегодня люди-моржи, если вообще сегодня хоть один человек на пляже. А вот замечена кошка. А если... А, вот все, увижу людей. 3 человека. Ну что ж, 3 человека для такой погоды — это прогресс. Могло бы быть и так, что мы бы с вами вышли, и вообще бы было бы здесь 0 человек. Потому что сегодня такая погода, что
который оставляет желать лучшего, но вот именно с точки зрения анапчан. Если в более северных регионах минус 3 градуса, ну ладно, тут у нас вот, допустим, здесь северный ветер 10 метров в секунду, но есть же и безветренные места, и маловетренные места. Я думаю, многие северяне бы просто радовались такой классной погоде по северным меркам зимней. Кстати, сегодня у нас примерно такая же погода по температуре воздуха, как и в Новосибирске. Представляете? То есть там тоже примерно минус 3, минус 4. Но там снегопад на ночь ожидает, а у нас, увы, почему-то снегом обделена Анапа снова. Итак, воздух минус 3. Время 15 часов 7 минут. 16 февраля. Вода 9 градусов, но тут, судя по всему, либо термометр немного не срабатывает возле берега. На самом деле вода, температура воды около плюс 3 градусов. Это на глубине 2 метра может вода быть 9 градусов. Ну что, в принципе, вполне нормально. Если летом вода на мелководье, особенно, скажем, на центральном пляже, да, на других песчаных пляжах, с летом вода на мелководье, она по температуре своей больше, чем вода на глубине, то когда холодно, когда мороз, наоборот, температура воды на мелководье ниже, потому что вода охлаждается быстрее. Но голубям, судя по всему, холодно. Сидят, нахохлились, ждут людей, которые им принесут хлеб. И такие смотрят на меня, такие думают: слушай, тут солнце выглянуло, а ты нам можешь помешать позагорать. Последствия штормов. А, вот же тут у нас рядом чаечки. О, слушайте. Ну, вот и лебеди. Лебеди уже на автомате. Они знают, что если видишь человека, да, лебедь считает, значит, человек несет с собой хлеб. Даже лебедь выходит из воды, то есть готов броситься к тебе в объятия просто-напросто, да? А сегодня люди редкие гости, а я вот вам, ребята, хлеб не принес. То есть я думал, что у вас тут все в порядке, либо вы вообще сегодня отсутствуете. О! То есть как бы нет никаких намеков, у меня нет ничего в руках похожего на хлеб, но лебеди, они настолько привыкли, что им люди приносят хлеб. Они подплывают к каждому человеку, ну а так как сейчас вообще у них, видите, других альтернатив нету. Я здесь вот на этом участке пляжа, а вот, вот, кстати, вот пришла женщина. О, смотрите, сразу какой экшен образовался. Ну что, посмотрим, да? Лебеди даже вот прямо буквально в пакет, в сумку заглядывают. Вот так вот. О! Потому что на таком холоде, на таком морозе это очень актуально. Как говорится, на весь золото каждая крошка хлеба. Добрый день. Вы специально же, да, сегодня принесли? Специально принесли лебедям, да, еду? Да. Ну вот. Лебеди сегодня к каждому человеку подплывают. Вот я подошел, у меня же нет хлеба. Они все равно ко мне подплыли. Такие, типа, почему без хлеба? Ну вот, вы пришли их выручать. Какую-то резинку одели его на клюв. Резинку на клюв? Ну вот. Что-то такое, как это, резинка, да. А, это водоросли у него. Водоросли, водоросли. Тут. Даже воробей вверх подлетает и пытается что-то заглянуть там. Вон голубь прямо садится на руку. И не боится. Не, это все. Это. Он даже.
Он даже готов с вами пойти домой, чтобы стать вашим домашним питомцем. Он согласен на это. Да подожди, ты же пальцы грызешь. Давай еще. Ну здорово. Да. Да. Вот так вот со всех сторон могут птицы окружить, облепить и все, до последнего кусочка не отпускать. Вот же голубь. На, 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 на. Я боюсь, что все пальцы отпускали. Голубь, давай я тебя возьму, голубь. Не мешай раздавать, не мешай раздачу. Что ж такое? Ручной голубь. Не-не-не, у меня хлеба нет. А дайте мне, пожалуйста, кусочек, а? Чтоб он ко мне пошел, да? Голубь. Какой хитыш, ребята. О, давай, ручная чайка, давай. Вы смотрите, что делается. Чайки прямо с руки берут. Ну, еще кто самый смелый? Чайки. Алло. Нет. Вы видели, что происходит? А еще положите, пожалуйста, слушайте, так это так прикольно. Вы смотрите, что происходит. С руки чайки хватает. А, это хорошо устроилось. Так, голубь, не Спасибо. Мешай. Ты без очереди прорываешься, ты без очереди. Да что? Вы смотрите, что здесь творится. Голубь, ну не наглей. Ну вот ты самый наглый почему-то. Все, уже одежду отбирает. Птица отбирает одежду. А еще можете положить, чайки прямо хватают с рук. Смотрите. Давайте. Но перебежа мне что-нибудь. Чайки, алло. Чайки, вот хлеб, смотрите, берите. Вы видели? Смотрите, ручные чайки. Так, а кто за этой крошкой полетит? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Черт, самый наглый голубь. Голубь, ты не переедай, пожалуйста. Отдохни, успокойся. Не. Так. Ой-ой-ой, что вы делаете? Не клюйте. Лебеди нервничают в очереди за хлебом. Друг друга за шеи хватает, да? Ну что? Лебедь, да? Mm-hmm. Вот. И потом не говорите, что вы не опасны. Ты что делаешь? Вы экшн-камеру ущипнул? Ну да, здравствуйте, да? Все. Все, ребята. Раздача закончилась. Ждите завтрашнего дня. Ну, на самом деле, следующего человека ждите. Да? Вот так вот, ребята. Калории на морозе, они весьма-весьма актуальны. Что смотришь? Быстро хлеб закончился, да? А вы на что рассчитывали? Вам, наверное, 100 килограмм принеси, вы и 100 килограмм за час съедите, все. О, тут клёвы не понимают. Да-да-да. О! Здравствуйте! Здравствуйте, голубь. Вы хотите передать привет голубям из других регионов? Городу Пензе. Внукам. Хочу передать. Так. Дочери. Хорошо. Пензе. Хорошо. Ну и сыну в Анапе. Отлично.
замечательно. Канал ваш смотрю. Вы приходите каждый день вот так? Нет. Вот приносите? Ну, то есть вот по возможности. Вот за холодные дни первый раз, а так прихожу. Понятно. Но я не здесь живу, я в Пензе живу. Я приезжаю на день рождения, хочу. Ну, ясно, ясно. Ну, то есть месяц живу. Понятно. Как вам погода в этом ужасно. Году? В этом году ужасно. Свирепая, да. Свирепая погода. Все время зонт беру с собой, а в этом году шубу надо было брать. Ну, да, тут у нас шубы все-таки не котируются в Анапе. Лучше, ну, да. Куртки, чтобы и ветром не продавались, и не намокали. Вот, чайка. Видели? Прямо о, розовая. Да, смотрите, кстати, ребята, да, розовая чайка. Чайка фламинго прямо. Да, слушайте, такую. Я тоже такой первый раз вижу. Как у нее так получилось? Не знаю. То есть это ее не покрасили, это она реально, ну, розовая, да? Покрыли ли там это розовое. А так я уезжаю. Гололед у нас пень сильный. Снег не убирают. Вот. Так и у вас сейчас это гололед. Ну, у нас сейчас в Анапе поменьше там, ну, да, вот фрагментарно. Сейчас, да. Будет. Вчера ходила, это, где рынок. Он у меня живет все на Тургеневе, там очень гололед, прям вообще лучше. Ну да, да, да. Есть места, где гололеда много, да. Да. Ну что, еще кто-то принес хлеб? Покусали. Искусали. Ну, голодный, знаешь, да, никто, да, да, да. Наверное, не приносил сегодня. Потому что они до такой степени не хватают. То есть они аккуратно как-то берут. А это они прям выхватывают. Да. Слушайте, но то, что лебеди искусали, это же редкий случай сам по себе. То, что лебеди искусали. Нет, не кто-то там другой. Ходят. Да, да, да. А, не то, что кусает. Он хочет хлеб взять. Да, да. И кусает палец. Да. А я что-то мелко нащипала, надо было покрупнее. Защипывает палец. Да. А покрупнее, я вот в прошлый раз кормила, из клюва выдирают сразу чайки. Он не успевает проглотить. Да, 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 да. Говорят, капусты надо кормить, еще да. Чем-то. Ребята. Я переносила капусту, прубила, даже не дотронулась. Да, да, действительно. А вот нет. Ничего не едят. Не вареное пшено, вот что, ну, что, нет, что им нужно, нет, ничего говорят, не едят. Нельзя. Но они это не едят. Не едят, да. Они уже они едят только хлеб. К этому, они ждут. Вот я 4 года ездил, каждый раз кормлю. Вот булку они хлеб едят, да. Но не жесткий. Но вы знаете, в принципе-то, я вот, например, не видел ни разу, чтобы лебедю от хлеба съеденного было хоть как-то плохо. Вы видели, чтобы... Нет. Вот. То есть многие говорят, нельзя, нельзя. Плохо, ну как так? Они бы не стали есть. Это не же, стали бы, конечно. Они да. Тоже бы кошки, да. Собаки, они же плохое не едят. Нет. И едят только чистые калории. Ну да, смотрите, они какие все упитанные. Да, нормальные. А голуби какие наглые некоторые попадаются. Ну, прямо... Такой первый раз. Да. Вот за первый раз, вот сколько хожу, первый раз, чтобы сел он из пакета. Таких, да. Таких наглых голубей много на Театральной площади. Вот это, видимо, оттуда прилетел сегодня сюда. Ну да. А вот получается здесь только все голуби или на Театральной площади, да. Или вот по пляжу, вот, где люди ходят. А так в дворах голубей совсем нет. Ну да, они все вообще тусуются на людных местах. Ни кошек, ни собак, никого нет. Все на людных местах. Все, да. Ну кто все, покормит. До новых встреч, успехов вам. Спасибо. В таком нелегком деле кормления лебедей хлебом. Угу. До новых встреч. Желаю вам успешных прогулок по Анапе дальнейших. До свидания. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Я хочу посмотреть еще на огромные сосульки, которые, скорее всего, есть сегодня. Пока идем до соседнего пляжа, хочу с вами поделиться одной достаточно интересной новостью, которая касается известного многим кипарисового озера в Анапе, в поселке Суко. Я знаю, многие переживают за судьбу этого озера, за кипарисы, переживают за то, что озеро там мелеет, но оно на мели уже реально. Вчера на сайте
экологической вахты по Северному Кавказу вышла новость о том, что Росимущество хочет отменить право собственности на земельный участок, на котором находится, собственно, это озеро. Но кто не знает, это озеро искусственного происхождения по типу водохранилища. И, видимо, Росимущество хочет сделать так, чтобы условия были оптимальные для бережного ухода за уникальными болотными каприсовыми, которые в количестве 32 деревьев растут, пока что еще растут, там вот на окраине этого водохранилища. И в прошлом году уже эти болотные каприсы дали ростки, дали побеги, то есть те вот эти молодую поросль будущую, которая может потом где-нибудь прижиться. Те экземпляры, насколько я знаю, были отправлены и в Кубанский сельхозинститут, еще куда-то были отправлены для дальнейшего исследования, изучения. И, в принципе, может так получиться, что вот именно вот эти болотные красивейшие уникальные кипарисы из Суко, которые изначально были в прошлом веке высажены в экспериментальных целях, но удивительным образом прижились, они могут стать вот такой базовой площадкой для саженцев новых болотных кипарисов, которые будут распространяться, ну, скажем, по Краснодарскому краю или и по Крыму, допустим. Ну, где, везде, где эти болотные каприсы могут прижиться. Я думаю, что идея такая. И высказывалось также мнение, что обмеление вот этого так называемого кипарисового озера, водохранилища вот этого Сукко, оно частично могло бы быть связано с обильным водозабором для новых построенных жилых комплексов. Но я с этим предположением, наверное, все-таки не соглашусь, потому что Киприсовое озеро, одно обмелело, я считаю, по причинам того, что в прошлом году в районе города-курорта Анапа не было достаточного количества осадков, как и в других районах Краснодарского края, в принципе. Смотрите, такой достаточно плотный лед, но еще не насквозь промерзло, но лед, пожалуй, на нем может стоять даже, видите? И еще хочу отметить, мы прошлой осенью с Натальей делали подробный обзор по району Кипарисового озера и обратили внимание на то, что после летней жары два кипариса немного пострадали. Это выражалось в том, что на них мы увидели достаточно много сухих ветвей. Одному кипарису там вообще было плоховато, на другом незначительное количество сухих ветвей было. Ну и я думаю, что также многие из вас знают, что этим летом с 24 по 26 августа, опять же, из-за засухи, из-за какой-то экстраординарной засухи, в Утрише был пожар, сгорело примерно 140 гектаров реликтового, преимущественно можжевелового, но и только, но не только леса, там и другие породы деревьев были тоже весьма-весьма ценные. Ну, в общем, недостаток воды, недостаток осадков, он сделал свое дело, и из этого, судя по всему, озеро это обмелело кипарисовое. Так что будем надеяться, что если и уж и решаться взяться вот так серьезно за
охрану, сохранение этих болотных кипарисов, ну и приведение как минимум в нормальное состояние этого водохранилища. А вот весной, я думаю, будет такая возможность. То пожелаем успехов тем людям, которые будут экосистему в районе Соко, в районе Кипариса озера поддерживать и улучшать. Здесь тоже по лестнице спускаются, поднимаются люди. Я думаю, они тоже идут смотреть на достопримечательность морозно-зимней Анапы, на ледяные сосульки. И вот сейчас у нас, вы видите, да, то солнце чуть проглянет, кратковременное прояснение называется, то крупа какая-то сыпет, снегоподобная. Да, сегодня я вижу достаточно много там сосулек. Сейчас подойдем поближе и все их внимательно рассмотрим. Железобетонный пляж. Не всем нравится его концепция, но кто не знает, я вам сообщаю, что именно концепция железобетонного пляжа, она здесь понадобилась, чтобы прекратить разрушение в этом районе высокого берега. Повсюду железобетонные опоры, видите, ограничители. Вот у нас знаменитые сталактиты. Грунтовые воды стекают и зимой, и летом со склонов высокого берега. И вот когда мороз, получается такой интересный эффект. Огромные, достигающие нескольких метров в длину сосульки. И, как видите, у нас сейчас минус 3, ну, конечно же, не супер минус, а еще пока терпимый. И вода, которая вот с грунтовых вод образуется, она, видите, здесь капель. Здесь растут водоросли своеобразные. То есть это, скорее всего, все-таки не тина, а такие более адаптированные водоросли для пресной воды. Ну, вот сосульки. Вы смотрите, вот мы сейчас подходим к группе сосулек. Сколько? Ну, 2,5 метра где-то примерно они. О, смотрите, какие обледенелости. Ребята, как вы думаете, мы все еще по Анапе ходим, снимаем обзор? Не беспокойтесь, по Анапе. Южный курорт, как говорится. Сегодня сам на себя не похож. Особенно, когда на эту сосульку смотришь. Здесь сделали ограждение, и это, в принципе, правильно, потому что там, видите, вот в этих скалах там может быть камнепад. И ограничили самый опасный участок. Здесь, кстати, перед каждым сезоном приезжает машина с бронспойтом под напором, смывают вот эти скальные породы, и все камни, которые могли бы упасть, они под напором воды падают. Вот таким образом делают профилактику. Ну, смотрится, конечно, это свирепо. Вот мы подходим сейчас к еще более длинным сосулькам. Они уже сколько? Где-то под 4 метра, 3-4 метра длиной. Вот все вот эти камни тоже нападали относительно недавно. Видите, здесь прямо такие насыпи. И вот если присмотреться, если вы смотрите на большом экране, вы можете видеть, что там прямо такие заостренные какие-то выступы неестественные, которые тоже вот могут обрушиться при любом удобном случае. Впечатляет, да? И
Сейчас вот мы видим такую картину, как будто клыки какого-то фэнтезийного, мистического, огромного животного монстра. Прямо из скалы торчат. Вообще впечатляет, конечно же. Тоже нужно, наверное, иметь какие-то навыки альпинизма. Или хотя бы ходьбы по пересеченной местности и каменистой. Смотрите, как мы идем по таким глыбам. Ну что, как долго это продолжается? Насколько долго? Я смотрю, весь берег обледенел. Вот тоже потоки пытались стекать грунтовых вод. И все тоже замерзли. Ну, а это то, что мы видим, мусор. Пластиковый, древесный. Это накидали шторма. То есть шторма здесь были такой силы, что они докидывают. Видите, как бы идет склон. Сразу идет набор высоты, но все равно волны во время шторма настолько сильные, что они могут докидывать здесь, ну вот, до самых склонов. Они бы, наверное, в принципе, эти волны и дальше бы накидывали, но просто они дальше в берег высокий упираются и не могут просто прокинуть дальше свои брызги. Да, от таких видов на прогулке сегодняшней становится еще как бы холоднее. Впечатляющее зрелище. Вот, смотрите, тоже, видите, замерзший поток грунтовых вод. Так, грунтовые воды так текут, и по ходу их следования, видите, лед. И все, и здесь поток замерз. И на время исчез. Хотя, если присмотреться, там, видите, какие-то тоже движения происходят. Это вот вода под слоем льда течет. Все-таки грунтовую воду продолжает течь туда. Да. Ну и тут такой каток, что да, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не съехать по нему. Вообще впечатляющее зрелище. Но это уже территория так называемых диких неблагоустроенных пляжей. Вот здесь поток прорывается. Эти грунтовые воды ручейками текут. Маленькими ручейками текут к морю. Тоже вносят свою лепту, вносят свою толику в общий уровень Черного моря. Вот Черного моря. Вообще, ребята, впечатляет, как мы сегодня зашли в такую морозную ледяную сказку. Удивительно. И вот там дальше у нас пляжи, значит, поочередно, это значит пляж возле маяка, потом Тургеневский пляж, Тургеневский спуск, спуск со стороны улиц Трудящихся, это район сквера Аванесова, далее пляж 40 лет Победы, ну и далее уже Загородье, район Цупцеха, Иссык-Ко и Большого Утряша. О! Невероятно. Посмотрите, повсюду эти ледяные огромные сосульки. Ну что, ребята, я впечатлен увиденным. Такое, конечно, не каждый день в Анапе увидишь, и это, в принципе, к лучшему. Погода 16 февраля 2021 года в Анапе не совсем южная, прямо скажем. Так что, друзья, поддержите наш новый
зимний ледяной обзор лайком. Кто впервые на канале, подписывайтесь. Будьте всегда на связи с вашей любимой Анапой, с вашим любимым Черным морем. Я думаю, вы летом, наверное, представить не могли, если отдыхали на одном из пляжей в районе Высокого берега. Что такое может быть? Да, многие видели грунтовые воды, но что, вот так может быть, да? Что как будто в пещерах. В пещерах же тоже вот сталактиты, вот огромные сосульки тоже бывают. Наверное, вы себе и представить не могли такого. Желаю вам тепла, желаю вам добра, желаю вам счастья, желаю вам придерживаться по возможности здорового образа жизни. С вами был Максим Грушко, канал Анапчане. До новых встреч, до новых эфиров, до новых репортажей. Всем пока!